Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Максим Кембель. Смотрите сейчас. Модернизация. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко посетил Белшину. Господдержка, в принципе, по всем предприятиям будет снижаться. Какие вопросы на повестке дня? Чем дальше в лес, тем больше риск. МЧС продолжает находить заблудившихся. Не стоит в первую очередь паниковать. Какие правила нельзя забывать? Шатковалка. В Бобруйске пьяный мужчина попал под колеса автомобиля. Все ли живы? А также богатый урожай, летим в Грузию и вступительная кампания. В Беларуси в некоторых университетах открыт дополнительный набор на бюджетные места, когда можно подать заявку. Визит с пометкой «Важный». Белшину посетил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, познакомился с работой завода крупногабаритных шин. Сейчас на промгиганте реализуется ряд инвестпроектов. Выполнение всех пунктов даст новый толчок в развитии предприятия. Еще больше подробностей в нашем следующем материале. Александр Жук 7 лет как шинник. Должность – сборщик покрышек. Место работы – завод КГШ. 2 года назад здесь появился новый комплекс. Он создает резиновую обувь для карьерных самосвалов. Ее диаметр 25-29 дюймов, грузоподъемность до 19 тонн. Благодаря современному оборудованию труд Александра теперь больше умственный, чем физический. Технику контролирует через пульт управления. Сами посмотрите, красивенько, чистенькое оборудование. Ну, легче работать. Ну, новое все тут как бы, все за тебя уже машина думает уже. Модернизация. Этим сейчас живет предприятие. У нее 2 направления. Техническое перевооружение и стабильная экономика. Оба напрямую зависят от реализации инвестпроектов. Речь о заводе крупногабаритных шин. В частности, налаживание выпуска новых видов продукции. После выполнения этого пункта ждут на Белшине увеличение прибыли. Наверное, нет ни одной страны в мире, которая не ездила бы на шинах, не применяла. Начиная от легковых, сельскохозяйственных, грузовых, сверхкрупногабаритных шин, там, где есть карьеры. А мы работаем по всем этим ассортиментам шинной продукции, поэтому, конечно, у нас всегда есть возможность диверсифицироваться на рынке, на близлежащие, конечно, в первую очередь. Но мы не забываем и про дальние зарубежья. Если есть востребованность, мы всегда готовы. Это и Корея, и Вьетнам. Сейчас модернизируют и цех вулканизации. Здесь появились новые пресса. В скором времени установят еще 16. В сентябре закупят рентген-установку. Она позволит увидеть все дефекты изнутри. Новые технологии, качественная продукция. Если раньше в покрышке было 32 слоя, то сейчас один, металлокордный. Это экономия средств, резина более устойчивая к ударам, порезам. Можно ездить даже по скалам. Она служит обувкой для грейдеров, погрузчиков. Людей не стало меньше. У нас, мы своих работников ценим и их не сокращаем. Да, автоматизация, вот как видели на сборочном комплексе, у нас сейчас работает 4 человека. Они могут в смену производить 36 покрышек на одном комплексе. Соответственно, 2 комплекса, 72 покрышки по суткам. Сейчас к Белшине пристальное внимание на самом высоком уровне. Сегодня с ходом модернизации знакомится премьер-министр Беларуси. Роман Головченко сразу акцентирует, преобразования должны приносить пользу. Здесь на первый план выходит слаженная работа. Стратегия развития у предприятия есть. Наличие недостаточно. Ее нужно реализовать. От планирования производства до маркетинга и сбыта. Главное – снизить долговую нагрузку и выйти на максимальную мощность после реализованных инвестпроектов. Мы договорились о том, что господдержка, в принципе, по всем предприятиям будет снижаться. Это экстренный инструмент, который государство будет применять не как системная мера, а, условно говоря, как помощь для тех, кто попал в трудную ситуацию в связи с какими-то изменениями на рынке, резкая стоимость сырья, конъюнктура и так далее. Поэтому конкретно применительно к Белшине речь не идет о новой господдержке в виде каких-то финансовых вливаний. Значит, мы договорились о том, что под реализацию стратегии рассмотрим проблему частичной, возможно, реструктуризации задолженности и применения более льготных условий для ее погашения. Но она будет, опять-таки, жестко увязана с реализацией вот тех мероприятий, которые предусмотрены в стратегии. О работе предприятия судят по цифрам. За первое полугодие Белшина экспортировала продукции почти на 92 миллиона долларов. Средняя зарплата за июнь – 1269 рублей. Комбинат носит статус градообразующего. Здесь трудится более 7 тысяч человек.
человек. Следовательно, успех завода – это доходы и уровень жизни бобручан. В масштабе всей страны – экономическая безопасность. Максим Кимбель, Максим Галионко, Бобруйск, 360. Если выпил, сиди дома, не гуляй. Накануне ночью под колеса Audi попал пьяный пешеход. Бобручанин переходил дорогу в неположенном месте. Водитель не заметил и сбил его. ДТП произошло возле перекрестка улицы Ленина с первым переулком Глинки. Мужчина с травмами госпитализирован. К слову, на нем не было световозвращающих элементов. Минздрав Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 967 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 449 302 человека. Отсутствие прививки от COVID-19 не должно быть препятствием для посещения школ. Такое заявление сделали во Всемирной организации здравоохранения. Одновременно специалисты призывают при вакцинации отдавать приоритет наиболее уязвимым группам населения – пожилым, людям с хроническими заболеваниями и медицинским работникам. Что касается подростков, у этой группы, как правило, заболевание не протекает в тяжелой форме. Дополнительный набор, новые рейсы и наши в Токио. Ирина Курочкина вышла в финал Олимпийских игр. С кем будет бороться? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси продолжается уборочная кампания. Аграрии уже намолотили 3 миллиона 736 тысяч тонн зерна. На первом месте в рейтинге хлеборобы Минской области. Их догоняют коллеги с Брещины. Затем идут Витебская, Гомельская, Гродненская и Могилевская. Помогают на полях рабочим в это горячее время и военные. Нет наценкам и подорожанию. Март будет контролировать стоимость товаров для школьников. В частности, одежду делового стиля, обувь, канцелярские принадлежности. Субъекты торговли и производители не должны злоупотреблять увеличением цен. К слову, в Беларуси работает более 400 специализированных ярмарок. Белавия выполнила первый рейс в Кутаиси. Это третий город Грузии в маршрутной сети авиакомпании. Перевозчик осуществляет перелеты в Тбилиси и Батуми. Они будут выполняться по средам и воскресеньям с вылетом из Минска. Минимальная стоимость билетов в одну сторону составит 85 евро, туда-обратно 169. Время в пути составляет около 3 часов. В Беларуси в некоторых университетах открыт дополнительный набор на бюджетные места. Например, в БГУ на дневной форме обучения вакантными оказались 36 мест на механико-математическом и физическом факультетах, а также в экологическом институте имени Сахарова. Подать заявку можно с завтрашнего дня и до 7 августа включительно. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайтах высших учебных заведений. Ирина Курочкина вышла в финал Олимпийских игр в Токио. В полуфинале турнира по женской борьбе она одолела соперницу из Болгарии. Таким образом, бобручанка обеспечила себе как минимум серебро Олимпиады. Поединок за золотую медаль состоится завтра. Соперницей белорусской будет Рисако Кавайи из Японии. Неприятные приключения. Ежегодно сотни человек по всей стране не находят выхода из лесной чащи. Те, кто пытается заполучить дары природы, сами становятся объектом поиска. Только за последние 4 месяца в Бобруйском районе нашли 11 человек, 5 – это дети. Как не потеряться, расскажет Карина Гуревич. Ольга Кудрявцева – частый гость в лесу. Не пропускает ни один ягодный и грибной сезоны. И так на протяжении 35 лет. С правилами безопасности женщина на «ты». В зеленый массив берет с собой все необходимое. Запасы воды, еды, нож, спички, заряженный телефон. И, конечно, хорошая компания. Одна никогда не ходит. Так веселей и надежней. Знаю уже места, где я не потираюсь. Ну, чтобы это самое. Выйти. Вот туда не хожу, где не знаю, я не хожу. А так, где вот выйти, я всегда стараюсь. К сожалению, безопасным правилам следуют не все. В стране большое количество заблудившихся. Классического портрета нет. В роли потерянного оказываются пенсионеры, взрослые, подростки и даже дети. Так, бобруйскими спасателями с апреля найдено 11 человек. 5 из них несовершеннолетние. Дабы предупредить беду, сотрудники МЧС и Минлесхоза проводят рейды. Вот это самая главная вещь. Ну, понятное дело, ножик, защищенная одежда. Вот, и яркая одежда. Вот, чтобы она не сливалась с лесным массивом. В случае, не дай бог, если люди теряются, они должны быть заметны. Запоминаем, а лучше записываем. Отправляясь в лес, обязательно сообщите об этом родным. Не лишним будет установить приложение МЧС Беларуси «Помощь рядом». Через него можно не только связаться со спасателями, но и найти полезные советы. Поговорите с пожилыми родителями и убедитесь, что они знают правила безопасности. Особое внимание уделяйте своим чадам. Дети всегда должны быть в поле вашего зрения. В случае, если вы потеряли ориентир и понимаете, что потерялись, не стоит в первую очередь паниковать.
убивать. Не стоит уходить куда-то в непонятном направлении, потому что вы еще больше заблудитесь. Стоит позвонить спасателям и сообщить, в каком направлении вы начинали свое движение. Среди гостей в лесу люди разные. Одни собирают грибы, другие просто отдыхают на свежем воздухе. Это всегда пожалуйста. Главное не навредить природе. Костер может привести к непоправимому. Ну, мы уже туристы опытные, у нас уже все готово. В общем-то, только сумки собираем и все. Больше нам ничего брать не надо. У нас есть свои уже ящики, упакованные с посудой. Палатки упакованные. То есть все, просто взяли, поехали и все. Все эти правила знаем, как нужно разводить, окопаться. Вот, сделать, расчистить вокруг, чтобы ничего не загорелось. То есть мы правила соблюдаем. Когда отдых подходит к концу, необходимо засыпать угли землей, даже если кажется, что костер полностью потух. Все эти правила из жизни. С начала года в лесном фонде Минлесхоза произошло 316 возгораний, 45 в Могилевской области. В Бобруйске таких случаев 11. Все по вине людей. Еще одна не менее редкая причина – брошенные окурки. К слову, лесники быстро реагируют и устраняют происшествия. По-разному поступает. Мы видим с камер наблюдения. Местное население звонит МЧС. МЧС, мы честно взаимодействуем с МЧС. Или нам звонят, или наша лесная охрана находится. Лес – место отдыха и источник даров. Чтобы время, проведенное в нем, не закончилось бедой, соблюдайте установленные правила. И самое главное, помните, это касается каждого. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!